Всем привет! Зачастую кусочку мыла не хватает совсем немногого, чтобы заиграть новыми гранями. Для придания мылу завершенного, более аккуратного вида я использую бокорез. Это приспособление позволяет всего несколькими простыми жестами обработать края готового куска мыла как минимум двумя способами. Достаточно плотно прижать его к кусочку и срезать выпирающий угол. Также с помощью бокореза можно сделать фигурные края мыльного кусочка. Как и в первом случае, нам достаточно плотно прижать бокорез к куску мыла и срезать выпирающий край. Только на этот раз мы его срезаем не плоской стороной, а уголком. Благодарю вас за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. До встречи!